В 23-м туре первенства футбольной национальной лиги самарские крылья Советов отправились на выезд в Хабаровск. Подопечным Игоря Осинкина предстояло провести серьезный поединок с местным СКА. Несмотря на долгий перелет и разницу в часовых поясах, волжане быстро взяли игру в свои руки. Любимец самарских болельщиков Егор Галенков забил гол на 12-й минуте. Таранный форвард головой замкнул пас лучшего диспетчера лиги Дмитрия Кабутова. Для нападающего этот мяч стал 8-м в сезоне, а Кабутов оформил 10-ю голевую передачу. На 25-й минуте Игорь Осинкин провел вынужденную замену. Основной голкипер крыльев Евгений Фролов получил повреждение. Вместо него на поле вышел Богдан Овсянников, который сохранил ворота в неприкосновенности. Волжане провели уже 13 сухих поединков в сезоне. Быстро забитый мяч сослужил на такую службу, где мы чуть больше, чем надо, контролировали счет, а не матч. То есть вот контроль игры, мы должны иногда обороняться и чуть больше, имея мяч в ногах. Наставник СКА Сергей Юран раскритиковал работу бригады арбитров, которая обслуживала игру. Он назвал судейство безобразным. Я думаю, что вот это судейство СКА Хабаровского крылья Советов господина Амелина, я думаю, нужно будет разобрать, так как все-таки должно какое-то быть минимальное справедливое решение. После этого матча самарцы занимают третью строчку в турнирной таблице и имеют в своем активе 49 очков. Следующий поединок крылья Советов проведут дома. Они померятся силами с Чайкой из села Песчанокопская 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Анатолий Головко, «События».